Вы знакомы с нашим? Мы с вами знакомы. Советника вы уже знаете. А товары тоже знаете. Это наш. Да, тоже сын. Спасибо. Я с теплым чувством приехал в Узбекистан. Во-первых, потому что много раз здесь бывал, и в разные исторические как бы эпохи. И вот эти воспоминания даже о пребывании в советское время, они связаны с таким, в общем, значительным позитивом. Я уже сегодня говорил о том, что отношение к религии в Узбекистане было на порядок лучше, чем в России. И хотя во главе государства стояли партийные люди, разделявшие ту же самую идеологию, что и в Москве, но всегда было какое-то такое, может быть, не очень ясно демонстрируемое, но уважение к религиозному фактору. Российский народ очень ценит все то, что сейчас в России происходит. Она занимает свое место сейчас, достойное в мировом сообществе, отстаивает свою точку зрения. И вот это чувство такого национального самоуважения, оно очень важно для народа. И вот мне кажется, что сейчас в Узбекистане, особенно в связи с вашим избранием, происходит то же самое. Приходится встречаться с различными представителями Узбекистана и с людьми, которые имеют отношение к науке, к образованию. И мы видим, конечно, как самочувствие людей улучшается.